Твери завершилось первенство России по фигурному катанию «Мемориал Станислава Жука». 4 дня на арене Дворца спорта «Юбилейный» за лидерство боролись мальчики и девочки в возрасте до 13 лет из 20 регионов. Есть очень способные ребята. В общем-то, допустим, даже те же юноши, ну, от взрослых, от лидеров, мировых лидеров отличаются только что, пожалуй, что они четверной прыжок не прыгают. А также, допустим, аксель в 3,5 оборота они уже осваивают. Хотя им всего до 13 лет возраста. В программе было одиночное катание в младшей и старшей группах. Фигуристы показывали свое мастерство в исполнении элементов короткой и произвольной программах. По сумме баллов и складывалось положение в итоговых турнирных таблицах. Конкуренция оказалась высокой, результаты довольно непредсказуемы. В этом году очень серьезная конкуренция. Наверное, первая разминка, где-то человек 6. Все прыгают каскад 3-3, поэтому все могут однозначно претендовать на первое место. Поэтому тем более приятно, если получим хорошее место. В прошлом году Наталья Горельцева уверенно выиграла первенство среди девочек младшей возрастной группы. На этот раз стала второй по старшей группе. Золото первенства страны в Твери завоевали представители Санкт-Петербурга Серафима Саханович, Петр Гуменник, москвичка Виктория Безрукова и Алексей Гений из Московской области. Лучший из хозяев Илья Новиков финишировал на 18-м месте. Видимо, где-то что-то недоработали наши тренеры. Да, в прошлом году было у нас 5 спортсменов, в этом году только 2, и то одна вот девочка у нас по болезни сняла, заболела. Температура у нее, поэтому были сняты. Значит, надо искать тренером, надо анализировать, значит, где-то недорабатывают.